зовут Сергей, значит, мы бегуем на Форд-Фриде Солому. Сейчас покажу, как это все происходит. Он снимал Форд-Фрид в этом году под Кипы, так что решил заснять такое видео, кому интересно, отпишите. Все почем, все правильно, все неправильно. Вот такая вот Солома у нас. Она уже дождей много, начинает прорастать. Вот такой наш трактор. Вот так вот мы перекиповываем. Вот так это происходит. Такие кипы не делаю большие, потому что нет смысла. Солома и так плохо кипуется. Ну, сейчас Игорь там заканчивает. Последний рулон нам осталось на загрузить газель, чтобы там 50-60 кип в газель. Ну, не плотно так. Закидываем. Так-то 80 в нее влазит. Но вдвоем вот. Сейчас. Такие килограмм 12, наверное, 15. Не одинаковые. То есть, почему при перекиповке они кипы получаются разные? Потому что получается подача сена разная. Из-за этого они и разные. Сейчас попробую показать, как мы будем тащить. Упадет? Да, упадет. А так? У нас 80-ка подстраивает. На насос 2 года не трогали, я его с таким купил. В Ярославль аж ездил. Ну, есть видео, кому интересно. Вот так сейчас будем маленько убирать. Мокрое. Вот, откидываем. Практически нету, тут буквально 2 сантиметра. Вот прямо из-под сетки она слоем отходит. Ну и чуть-чуть поправляем. Ну и все. И осталась пшеничная солома. Тюкует он ее неплохо.
рулонник. Кожу его идентификует, подбирает, вернее. Основная проблема в подборке. Так вот полегче ее разбирать. Где-то 150-180 килограмм такие рулоны. Карабину надо снять, наверное, или поднять вверх, выше, чтобы аккуратно можно было лучше. Ну, это поправим. А! Посмотрим, что на выходе. Вот этот тяжелый, не знаю почему. Короче, у нас выходит с рулона 9-10 тюков. Я считаю 12, где-то 15 килограмм. То есть рулон где-то 180 получается. 200 вместе, с, если откидывать. Ладно, сейчас посмотрим, как вязалка срабатывает. Сниму одним видео, то есть не буду монтировать там, ничего вырезать, добавлять, как есть, так есть. Как я это вижу, этот мир, как говорится, так оно и будет. Никого не хочу учить, ну, если кому-то поможет, буду рад. Отдельные советы приветствуются. Вот так вот. Пошла и... Ну все, наверное. Хотел его продать. Но решил оставить, потому что у нас переизбыток сейчас сена. В Тверской области много заготовили. Особо в рулонах спроса, я думаю, не будет зимой. Придется подрабатывать вот этим агрегатом. То есть смысл в чем, что перекиповывать и продавать кипами. Хороший пресс, много раз меня выручал в том, что продавали с помощью него сено зимой, рулоны и шли, не шли, а вот кипами брали. Но у меня не ахти выгодно вот эта вот перекиповка. Почему? Потому что сеновала у меня нет, ангара у меня нет. Если бы вот был ангар, то я думаю, что это было бы очень выгодно. Хотя, если было бы и рулоны в ангаре, то я думаю, что они и шли бы не хуже, чем кипы. Но пока нету, что делать. Будем работать так.
Ну, тут вот, в принципе, еще кипы 4-5 зашло. Кстати, кипуем мы на 500 оборотов. Сам пресс на 1000 оборотов. А мы кипуем на 500, то есть все прекрасно он работает, но значительно медленнее. Так что вот так. Вот такую охапку закинул Игорь, и он сейчас будет молотить поршнем. Пык! Пык! Два года я купил его, сперва подналадили, ничего не понимал, вызвали специалиста, далеко, правда, он ехал к нам. Молодец, мне нравится. Хороший парень. Кому надо, тому дам координаты, если остались. Ну, наверное, остались. Смысл в чем, что он подналадил, к нам приехал, там подварил, подмазал, под этот... подпилили, подрезали. В общем, сезон мы отработали. На второй сезон он начал у нас маленько выдавать ошибки. Тоже мучились. Кое-как сезон доделали. Отдал я. И это уже полностью снял вязальный. Свез его к нему домой. Он его там перебрал. Все это дело мне обошлось где-то 15 тысяч, не считая дорогу. И... за 15 тысяч он у нас уже работает. Фу-фу-фу. Третий сезон. В среднем где-то, ну, 5 тысяч, наверное, 8 делаем на нем. Так что вот так, последнее загружаем. Солома, в принципе, хорошая. Прошу прощения. Ну и буду заканчивать, а будем грузить нашу газель. Так что комментируйте. Вот такой агрегат. Ну все.